Самаркандскому областному отделению Бюро принудительного исполнения прошло видеоселекторное совещание с участием главы региона и прокурора области. На нем проанализировано состояние исполнения исполнительных документов, поступивших в Бюро принудительного исполнения по разным направлениям. По первому направлению обсудили вопрос взыскания компенсации с районных и городских акимиатов в пользу граждан и субъектов предпринимательской деятельности. По состоянию на сегодняшний день ими не произведены компенсации, определенные судом по 32 исполнительным документам. 24 из них приходится на город Самарканд, по 2 на Паярык, Джамбай, Пастаргум и Катакурган. Это, в свою очередь, приводит к справедливым нареканиям со стороны граждан, сказал Хоким области. Были рассмотрены все примеры в разрезе районов и городов. Следующий вопрос посвящен взысканию средств в женскую, железную и молодежную тетради за счет 50% уголовных и административных штрафов, госпошлин и других выплат. За последние 4 месяца 2023 года более 24 миллиардов сумм были переведены на счет тетрадей. Невзысканными остаются исполнительные документы на сумму около 99 миллиардов сумм. Также говорилось о состоянии исполнения по взысканиям государственной пошлины, долгов и иных выплат с администрации городов и районов в пользу юридических и физических лиц, алиментов, налоговой задолженности, восстановлению граждан на работу по решению суда и другое. По окончанию всем ответственным лицам даны поручения, исходя из направлений совещания, и установлены сроки по их исполнению.